выжить любой ценой. Привет, я Бер Гриллс, и мы летим в Лапландию. В Лапландии так холодно, что жизнь там постоянная борьба за выживание. Если вы заблудились в Лапландии, холод вас может убить за несколько минут. А если холод вас не прикончит, то это сделает голод. Посмотрите, как красиво! Я должен спрыгнуть на небольшой горный хребет. Он преграждает мне путь к конечной точке моего маршрута. Все, я пошел! При падении с такой высоты можно разбиться. Нужно сгруппироваться, чтобы в попку и в ротик не попали веточки. Слава богу, приземлился. Посмотрите, куда мы попали. Никогда в жизни мне не было так холодно. Мороз здесь ниже 40 градусов. Холод здесь ужасный. Даже не знаю, что я здесь делаю. Лучше бы я остался дома. Нажрался паленой водки и пошел бы по бабам. На вершине холма очень холодно. Вот что такое гребаная лапландская зима. Несмотря на низкие температуры, здесь водятся животные. В этих местах обитает нигер-бородавочник. Это достаточно крупное животное. Все его тело покрыто бородавками. У нигера-бородавочника черные бородавки. О, вот они. В них содержится адреналин. Он ускоряет мышление, но влияет на голос и моторную систему человека в целом. Вкусно. Я не думал, что это настолько вкусно. Боже, что с моим голосом? Вкус напоминает изюм. Так, мне нужен на запах. Где он? Фу. Я думал, это никогда не закончится. Гребаный бородавочник. Я из-за него уже 3 литра мочи высыкаю. Слушай, меня это уже достало. Я уже устал это жрать дерьмо. Когда я получу зарплату за свой прошлый месяц? Я ссорился с продюсером. Но у меня на это не было времени. Нужно было идти дальше. У меня есть очень важное поручение от нашего спонсора, программы «Жди меня». Много лет назад снеговик Наташа потеряла своего ребенка. И сегодня мне предоставили возможность вернуть его Наталье. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Вы только не плачьте. Я была так рада увидеть Назара, что чуть не расплакалась. Вот он. Ой, спасибо большое, спасибо. Я ждала его целый год. Я очень благодарна Беару Гриллсу за то, что он вернул Назара. Для меня была большая честь сделать это. От этого у меня поднялось настроение и запас белка в организме. Ну ладно, я пошел. Я направляюсь дальше. Я так и не понял, откуда взялся белок в моем организме. Ну да ладно уж. Спускаясь с горы, температура становилась выше. Если температура тела понизится хотя бы на 2 градуса, я могу впасть в кому. Но я рискую. Посмотрите, какая здесь красота. Такая красота в таком суровом климате. Птички поют, запахи. Один мой друг рассказывал, что когда-то на Большом Морозе он прикоснулся языком к лезвию ножа и оторвал его вместе с куском языка. Так делать не надо. Больно. Чувак, на ноге слетись. Фу, ну это так отвратительно. Только это между нами, хорошо? Не, серьезно, хорошо между нами? Да, хорошо. Я буду спускаться ниже. Здесь еще холодно. Может, хоть там будет теплее. Стой, ты видел? Что? Смотри. Может, хоть там будет теплее.
О боже, давай отсюда уходить побыстрее. Лапландский лес – одна из аномальных зон нашей планеты. С ней могут сравниться только Марианская впадина и Леди Гага. Фух, стоит найти чем подкрепиться. В дикой природе очень важно получать белок и углеводы. Нужно поискать. Плод киви. В нем много витаминов. А-а-а! Кто там? Не ешь меня, пожалуйста! Я исполню три твои желания. Как же я хотел поесть. Вкусно. Находясь здесь, хотелось бы съесть что-то более питательное. Из веревки, которую я случайно нашел у себя в рюкзаке, я сделаю ловушку на белку. Надеюсь, в это колечко попадется белка. Пока сюда что-то попадется, я займусь своей любимой йогой. Ух, отлично. Посмотрим, что там попалось. Ух, ты видел? Ты видел? Пошли, пошли. Не знаю, что это было, но точно не белка. На пути разочарования, мне кажется, улыбнулась удача. О, неужели это настоящий Санта-Клаус? Наконец-то я с ним встречусь. Здравствуйте. А вы настоящий Санта? Ты узнаешь истину после того, как ответишь на мой вопрос. Итак, вопрос. Как моей цивилизации захватить вашу планету? Варианты ответов. А. Уничтожить всех. Б. Уничтожить все. Вариант С. Это не мое дело. И вариант Д. Уничтожить все. Я думаю, что это не мое дело. И это правильный ответ. Это действительно не ваше дело. А ответ на твой вопрос? Нет, я не настоящий Санта. Почему не снимаете меня? Я думал, это настоящий Санта. Я верил в него с самого детства. Я и поехал сюда, чтобы только встретить его. Вы же вырежете это, надеюсь, потом, да? Я оптимистично настроен, чтобы найти отсюда выход. Время идет, а я еще даже не вижу выхода отсюда. Здесь находиться опасно, ведь это аномальный лес. Это был опасный прыжок. Я думаю, не в этом сезоне. Приходи на следующий год. Это ужасно, ужасно. Это не похоже на прыжок. Говорю, нет. Все, пока, пока. Мне не понравился твой прыжок. У тебя три нет. Кажется, я проголодался. Чем дальше я в пути, тем мне тяжелее отличить реальность от вымысла. Долгое пребывание в лесу не добавляет оптимизма и нарушает человеческую психику.
и сказывается сильный недостаток секса. О, как сухо! Это было сложно. Я знаю, что в этом лесу есть небольшой лагерь местных жителей. Кажется, я нашел. Вон он. Здрасте. Я Биар Грилл. А это моя съемочная группа. Он сказал, что мы можем сесть. Я очень голоден. Может, вы его покажете, что вы здесь едите? Он сказал, что это что-то вкусное. Надо попробовать. В Лапландии это святое блюдо, которое нельзя выбрасывать или говорить о нем что-то плохое. Это самое ужасное, что я когда-то ел. Бля, кто это? Я не знаю, наверное, это партизаны. Ходи дальше за деревья. Ты ведь... Бонд. Джеймс Бонд. У меня свои счеты с этим парнем. Я сам с ним разберусь. Уходите. Я совсем не понимал, что происходит, но не мог не послушать Бонда. Я в шоке. Самое большее мне обидно из-за того, что я не встретил здесь настоящего Санту. Слышите? Звуки машин. Какая-то трасса. Может, мне не удалось хорошо наесться в этом лесу, и я не понял, откуда взялись эти инопланетные существа. Но я еще раз доказал для себя, что выживание – это нелегкая задача. Если вы забыли... Вылетаем в Шереметьево, блядь! Что за бред какой-то? Сука, блядь. Дай я не буду. Да ебать, ну тихо, можешь, а? Ладно, все. Да успокойтесь, блядь, дайте заснять. Ебать, ты что, сука, блядь, дитё?